Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Нига, Бисар, Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Какой аниматроник настоящий?». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Если честно, я хожу как шайтан. А я сейчас тебе угадаю, где ты. Вот тебе кажется, вот это настоящий игрок. Не знаю почему, но мне кажется. Эй, этого сейчас челика еще и не поймаю. Так, он не настоящий. Знаете, что самое интересное? Я знаю Серегу, он может зайти вовнутрь, в угол, куда он стоит и шкериться, да? Да, да. Я угадал? Угадал. Или вот он. Да, я вот прям так сижу там в углу и, как ты сказал, шкерю. Сраники. Видишь, предугадал я, что это... Привет, чумной. У вас же по одному хп, да, пацаны? Да. Все, понял. Так, а мы пока сделаем экскурсию. Ой, обезьянка побежала. А кто из... Это кто-то из вас обезьянка, да? Нет. Испаханьтесь. Она сама по себе так бегает. Очень быстро, ее посрочем не поймаешь. Это просто нереально. Ребята, если вам нравится этот ролик, поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, что-то я зря по пиццерии хожу, потому что здесь никого нету. Да, я тебя все это время обдуривал, я на крыше. Можешь поставить на хп мне? Ага. Ты врешь, на крыше никого нет. Нет, я на крыше, с чего ты? Двойной прыжок активирован. Так, я не вижу тебя. Видел, 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 видел. Вот говно, да что ж. Смешно. Кстати, кстати, давайте сразу возьмем фотоаппарат, чтобы было все по-честному. Так, все, я уже должен угадать, кто из них кто, поэтому начинаем ускоряться. Есть! Ах. Есть! Кого я убил? Бисар. Тёму. Так, Тёма, давай, надеюсь, ты мне поможешь, нас уже теперь двое. Будем ходить, стрелять под срачники. Так, фотоаппарат взял, все по-четкому. Ну, мне кажется, Тёма, он знает, кто из вас кто. Нет. Не? Слышь, ты инвалид, отойди отсюда. Так, я бегу с ним. Проверяем, проверяем, так. Это не оно. Вот это оно, давай его лупанем разочек. Нет. Не получается. Плохо нет анимации пинка, было бы прикольно. А есть такой мод? Где пинок видно? Да, должен быть. Надо скачать. Ой, блин, я тебя, наверное, вдыхало лупанул, да? Да, есть. Ну ничего, а сколько отнимает пинок? 16 кп, да, вроде? Да. Нормально. Ты чё, тут стоишь, говно? Не могу попасть. Посрача сидя, пробовал стрелять? Не могу попасть, потому что челикса. Так, мы уже тут всех посмотрели, мне кажется, тут... Ну это металлическая жопа настоящая, не настоящая. Так. Кто-то из них сидит в костюме. Аниматроник. Его побежал. Вот побежал. Смотри, 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 ах ты хитрый жук. Кстати, это в правилах не обсуждалось, поэтому так можно. Слышь, мы тебе должны бежать и посрочь ему прописать. Да. Эй, жопа, ты что делаешь? А кто это из них-то? Серега, это ты. Нет. Это ты, а что ты ржешь? Окружай. Блин, я бегаю и посрочь стреляю на дурачка. Вдруг попаду? Не попадете. Нет, не поймаете. Бисар! Ты меня посрочником убил! Так нечестно! Так, я помогу тебе. Вот я вижу обезьянку. Мне кажется, обезьянка вот этот челик какой-то настоящий. А, ну что ж ты такое-то? Да, настоящий челик, обезьянка, стой! Я за обезьянкой гоняюсь, ты зачем челиком, а не? Упал же. Да, нет. Это... Так, вот-вот-вот-вот. Я в толпу зашел. Серега, что, не может поймать? Убил он тебя? Да. Так, нас теперь трое против одного. Кому мы Нига должны найти? Чумной додик. Чумной додик, ты где? Он обезьянка, вот это мне кажется, зеленая. Нет, он, по-моему, другой.
Да. Блин. Ошибка. Так. Убил Димас. Да? Да. Блин, у меня так, Серега, тебе выпадает честь. Большая честь. Теперь ты улетай за карту, а мы возьмем себе аниматроников и будем сливаться с толпой. Да без проблем, я в скайбоксе посижу, вот он, я здоровый. Хорошо. А вы такие маленькие. Алог. Так, а ну сейчас я себе возьму челика. Все, выдавайте мне одно хп. Есть. Одно хп выдано успешно. Все, я лечу за вами. Все, давай, Серега, мы готовы. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Я ж найду вас, гады. Не. Ага, попался, кто ты? Тёма, ты? Ты не поссал одно хп. Стоп, у него не одно хп? Да, у него не одно, все, теперь одно. Не, должно одно быть. Все одно. Мочи, мочи его, давай. Это догонялки с подстрачником, скорее всего. Я так давно не угорал. Давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю, Серега. Давай, 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 ты сможешь. Да блин, у меня лагает. Да? Давай я удалю, хочешь парочку? Давай. Во, удалил реально многовато. А блин, я тебе уже попал под странник. Не, наверное, не попал. Да больно его нападти уже. Да почему-то не может он. А где Серёга, а где Артёмка ходит? Я хожу. А, вот он за машиной ходит, я вижу тебя. Димас палил. Димас там обезьянки. Я смотрю, как Серега играет. Давай, давай, Серега, ты сможешь. Ну, тяжеловато, честно скажу. Вот вроде играешь, или когда будешь смотреть видео, легко. Ну, тебе не выйти отсюда. Тёма, это ты, да, за обезьян? Не-не-не-не. Да-да-да-да. Не-не-не. Чумной, пинай его. Это я. Отвалите от меня. Куда он делся? Так нельзя. Как насчет пинка под зад? Не, я не разрешаю тебе. Где еще одна обезьянка? Я не понимаю. Оно далеко. Если ты сейчас будешь читерить, я тебя забаню. Серьезно, не надо. Я хочу выиграть еще хотя бы 1000 минут. Я не читерю. Давай по-честному. Я не использовал никакие возможности. Даже на В не пролетал. Чумной, реально. Давай по чесноку. Ну? Да я случайно. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Опять. Сейчас. О! Я убил Тёму. Давайте, ребята, я один. Я специально... Да ты жопу! Это было прикольно. Ребята, предлагаю сделать что-то очень плохое на этой карте, чтобы всех NPC-шек уничтожить. Вы готовы? Нефиг делать. Готовы? Так, Серега, а ты какую бомбу будешь взрывать? Сейчас, стоп. Мне кажется, очень много жизни у них. Или они, сейчас, или они бессмертные, кстати. Да, Серега, они бессмертные. Не-не-не-не, да. Ладно, план Б, где она, моя детка? Не, у тебя нет у тебя твоих деток больше. Есть, я проверю админский пистолет. Не, они что-то бессмертные. Не, они смертные. Просто оружие у Сереги очень слабое. Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!